15 минут 8. Но кажется, есть еще партии, которые завершаются. Филиал шахматного музея Гоголевского прибыл сюда. Я что-то не помню таких красочных закрытий. Ну, посмотрим, вот, что будет сегодня. Добрый вечер. Сегодня у нас торжественное закрытие самой значимой, самой популярной, самой сложной части турнира классики. Я передаю слово Марку Глуховскому. Достаточно часто приходится проводить какие-то церемонии, организовывать турниры. Но в данном случае говорить о том, что этот турнир организован Российской шахматной федерацией, это, конечно, определенное преувеличение, потому что среди организаторов этого турнира
половина людей находится в этом зале. Без капитанов команд, без представителей команд, без спонсоров команд ничего из того, что здесь случилось, не произошло бы. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто нашел в себе силы, возможности сформировать команду, привести команду. Это самое главное. В этом, собственно говоря, секрет, так сказать, успеха будущего этого турнира. Начнем мы, разумеется, с категории ветераны. Я хочу пригласить на эту сцену ветерана сочинских шахмат, человека, который сделал для развития шахмат в этом месте столько, сколько не сделал вообще ни один человек в истории. Это заслуженный арбитр Юрий Лобанов. Юрий Иванович, я вас прошу пожалуйста. Подойдите сюда. Начнем мы с третьего места. Третье место — это команда «Жигули» из Самарской области. Ветераны, прошу, выходите сюда, пожалуйста. Оглашу имена победителей. Это Сидоров Анатолий, Илюшин Евгений, Асташевский Геннадий, Логинов Александр, Козлов Владимир. Приглашаем на занявших второе место команду из Москвы, наше наследие, Юрий Балашов, Евгений Драгоморецкий, Анатолий Кременевский, Владимир Качар и Виктор Мельник. Победители ветеранской лиги — это команда «Медный всадник», Санкт-Петербург. Юрий Яковлев, тренер команды, и Вадим Файбисович, Монин Николай, Карасев Владимир, Межучков Николай, Блескин Игорь и Юрий Яковлев. Приветствуем девушек. Третье место заняла команда «Университет» из Белореченска. Итак, команда «Белореченск»: Пашукова Алина, Гельман Инна, Филиппова Дарья, Кирокосян Камила и Дитых Олеся. Итак, это Бутникова Варвара, Буткович Полина, Подгорнова Анна, Ерохова Виолетта и Грудина Маргарита. Самарская область. Второе место среди девушек. Посмотрите на них. Это будущее. А мы пока приглашаем победителей команды среди девушек. Это ШСМ «Наше наследие», Москва. Тренер Алексей Ким и Ополенцева Александра. Подзаридзе Елена, Маркова Алина, Афанасьева Александра и Зверева Маргарита. Наше наследие. Алексей Ким, прошу вас. Мы надеемся на следующий год увидеть здесь все команды. Не только, разумеется, победителей, но и призеров. И не сомневаюсь, что конкуренция будет еще более сильная. Но лучших юношей поприветствовать и наградить я прошу Людмилу Сергеевну Белавину, которая сейчас наградим тех, кто занял призовые места и выиграл в турнир среди юношей. Награждать будете кубками, медалями и грамотами, не поверите. Они выходят. Но сначала нам нужны призеры. Итак, Ижевск, третье место. Удмуртская республика. Людмила Сергеевна Белавинец пока готовится и награждает их медалями и грамотами. Я прошу выйти в команду, которая заняла второе место в детском, в юношеском, прошу прощения, чемпионате. Это сборная Крыма. Шемякин Валерий, Незнанов Александр, Поздняк Назар, Онильченко Дмитрий и Владимир Корей. Эти ребята заняли второе место. Поприветствуем их. Республика Крым. Я прошу подготовиться юноши-победители. И это снова шахматная сборная Москвы, наше наследие. И снова Алексей Ким выходит на сцену и выводит с собой Левенштейн Марк, Никита Герман, Цой Дмитрий и Ерицан Арам. Итак, это победители. Давайте сюда, проходите на победу. Я еще раз напомню, третье место Ижевск, Удмуртия, второе место Крым. И третье место, и первое место Москва. Нация в этом году по основному взрослому чемпионате возродилась. Система проведения премьер-лиги и высшей лиги. Я бы хотел пригласить на сцену генерального директора компании «Спортсервис», вместе с которой мы провели этот турнир, Игоря Борисовича Мамаладзе. Игорь Борисович, спасибо вам. Хочу поблагодарить Игоря Борисовича за нашу совместную работу. Пожалуйста, перед тем, как вызвать на сцену, несколько слов. Уважаемые друзья, я очень рад сегодня вас видеть здесь,
в этом зале, потому что я стоял у истоков Чегоринского турнира, фестиваля, который проводился в стенах этого отеля. Здесь игрались матчи чемпионата мира. И вот нам очень приятно, что это возрождается, что я вижу вот столь великое количество людей, высокоинтеллектуальных. И я думаю, что этот год будет первым, с которого мы начинаем, скажем, новое исчисление. Мы всегда будем вас ждать здесь, в этой гостинице. И как сказал Марк Владимирович, не остановимся на количестве команд, они будут увеличиваться и увеличиваться. Итак, третье место. Команда Boa Vista. Город Москва. Это Семинов Михаил. Чехов Сергей. Басиев Рахим. Бастухин Олег. И Танишев Марат. Пожалуйста, я приглашаю сюда команду из Санкт-Петербурга с труднопроизносимым названием Дюсшор-Эш-Эш. Таев Максим, пожалуйста, приходите сюда. Левин Евгений, Усманов Фальсилий, Пальчук Григорий и Марат Макаров. Первое место в высшей лиге заняла команда из Нижнего Тагила «Политехник», всем хорошо известно. Это очень сильная команда. Тренер Владимир Савчук, Алексей Гаганов. Алексей Гаганов, Юдин Сергей, Погромский Михаил, Ашгипцев Анатолий, Вокарев Сергей и Крутько Анатолий. И дать победителей среди женщин. И перед тем, как наградить их, я хочу пригласить на эту сцену Светлану Анатольевну. Светлана Анатольевна, коммерческий директор комплекса «Жемчужинов». С удовольствием. Я хочу поприветствовать всех участников чемпионата России по шахматам. Мы, конечно, гордимся, что столь значимое мероприятие состоялось именно в гранд-отеле «Жемчужина». Память о нашем турнире. Небольшой памятный сувенир. Поблагодарите Анатолию за гостеприимство и не забывайте пользоваться предложением, пока оно есть. Спасибо большое. Я прошу выйти на эту сцену 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Борисовича Крамника. А вот не первый раз участвуешь в командном чемпионате России? Первый, да. Третье место — знаменитая женская команда «Югры». Прошу, выходите на сцену. Аушенина Анна, Погонина Наталья, Лилитова Крепчан, Бусева Марина и Байра Каванова. Диплом на всех один, а медали есть. Капитан команды Павел Лобыч, бессмертный капитан команды, получает диплом за третье место. Ну, Владимир Борисович, а ты медали. Итак, ну, вы сами видите, что это за команда. И экс-чемпионка мира, вице-чемпионка мира. Дюсшор Санкт-Петербург. Второе место в чемпионате России. Анастасия Поднарук, Евгения Овод, Дина Беленькая и Алина Балаян. Эти девушки заняли второе место. А могли бы занять и первое. Блистательная команда, блистательный результат. Очень острая борьба. Московская команда, ШСМ «Наше наследие». Прошу вас, Лисенюк Александра, Валентина Гунина, Ольга Гия, Екатерина Ковалевская и Алина Кашлинская. Чуть-чуть все сдвиньтесь немножко влево. Итак, третье место — «Югра», первое место — Санкт-Петербург. И первое место — Москва. Прошу, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Ольга Гия, Екатерина Ковалевская и Алина Кашлинская. В Москве, да. Итак, давайте еще раз поздравим всех, кто занял третье место, второе и первое. Югра, Санкт-Петербург, Москва. Поздравляем! Ура! Своего рода кульминация нашего командного награждения, но я прошу вас не забывать, что после того, как мы наградим призеров и победителей премьер-лиги,
Мы будем еще много-много-много раз награждать тех, кто занял свои места, призовые места под доском. Поэтому третье место в премьер-лиге – это «Сменный всадник» Санкт-Петербург. Пожалуйста, третье место. Иван Шарич, Владимир Федосеев, Эльдар Хайрулин, Максим Радштейн, Максим Матлаков, Виньер Перес Домингес, Санкт-Петербург, Безюков Никита и Свитер. Команда «Белореченск», университет в ее нынешнем виде сформировалась только к этому турниру, много новых игроков и прекрасное выступление, второе место. Итак, Радослав Майташек, Андрейкин Дмитрий, Бадур Джабава, Сергей Рублевский, Евгений Алексеев, Константин Ланда, Павел Трегумов и Алексей Александров. Ну и тренер, и представитель этой команды уже вам хорошо известен. Итак, друзья, это команда, которая заняла второе место в этом турнире. Это университет Белореченск. Всегда приятно, когда в спорт многочисленных фаворитов вливаются новые команды, свежая кровь. Но приглашаем на сцену команду победителя. Это команда Сибири. Итак, Малетин Павел, пожалуйста, выходите сюда. Бочаров Дмитрий, Кокарев Дмитрий, Коробов Антон, Ван Юрий, Яковенко Дмитрий, Левон Аронян и Владимир Хранник. Это команда, которая взяла первое место, команда «Сибирь». И я прошу еще на сцену представителя команды вместе со всеми. Владимир Викторович, заходите к нам. Владимир Викторович Порожейкин. Итак, на сцене сейчас все призеры и победители. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что у нас фактически две новые команды. Говорю сейчас не новая команда, но фактически в своем нынешнем составе новая. Две новые команды из трех. Это большая радость, большой успех нашего турнира. И я хочу поблагодарить абсолютно всех, кто так или иначе поучаствовал в том, чтобы такие звезды собрались сейчас на этой сцене. Итак, еще раз, третье место, Санкт-Петербург, «Медный всадник». Второе место, университет, «Белореченск», серебряный медаль. И первое место, сборная Сибири из Новосибирска, победители премьер-лиги чемпионата России, чемпионы России, очень важного для нас чемпионата, с которого, как нам кажется, начинается новый отсчет команд первенства России.